Всем привет! Сегодня хочу поделиться своими секретами, как быстро взбить яичные белки. Процесс намного проще, чем может показаться на первый взгляд. Главное правильно подготовить необходимую посуду и заранее вымыть и охладить яйца. Первое обязательное условие для быстрого взбивания белков – это чистая сухая посуда, которую нужно предварительно обезжирить уксусом. Смачиваем уксусом салфетку и хорошо протираем венчик и миску. Затем даем им полностью высохнуть. Охлажденные яйца разделяем на желтки и белки. В белок не должно попасть ни капли желтка, поэтому лучше каждое яйцо разбивать над отдельной посудой, чтобы в случае попадания желтка не испортить все белки. Итак, два важных этапа пройдены. Теперь переходим к самому процессу взбивания. В белки добавляем щепотку мелкой соли и начинаем их взбивать на самой маленькой скорости, до получения пены. Затем скорость постепенно увеличиваем и продолжаем взбивать на максимальном значении, до получения пиков. На этом этапе, если вы планируете использовать белки для приготовления десертов, можно начинать вводить небольшими порциями сахар или сахарную пудру. Продолжаем взбивать, начиная опять с самой маленькой скорости и постепенно увеличиваем до максимума. Если же белки будут использоваться для приготовления несладких блюд, например, омлетов, то сахар, конечно же, добавлять не надо. Просто взбиваем белки до нужной нам консистенции. Правильно взбитые белки даже при переворачивании посуды не выпадают из нее, а остаются на месте. Масса получается пышной и воздушной. Если набрать ее сухой ложкой, то белки так и останутся в ней, как бы вы эту ложку ни крутили. Вот и все. Все секреты, как быстро взбить яичные белки, раскрыты. Пользуйтесь ими с удовольствием и на здоровье. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал.